Мы считаем, что на этой территории орудует снайпер-одиночка. Наши солдаты называют его «Красный призрак». Вы хотите сказать, что не можете ликвидировать одного человека? А ну встал. Это мы еще поглядим. Говорят, только немец зазевался. Он тут как тут. Всех положить. И только его и видали. Какого страха на них нагнал, бабка не горюй. На психику давит, понимаешь? Кто видел красный призрак? Германец близко, чует у них. Будем ждать. Долго. Один. Zwei. Два. Drei. Три. Фуя! Давайте, подходите ближе. Есть шанс, надежда есть. Там нет призрака, только 4,5 партизана. Еще я плохо расслышал. Красных призраков стало уже 5.